Так, Андрюх, расскажи, что за транспорт. Да, ничего. Тестирование трайка самодельного на мотор-колесах. Полностью самодельная рама, самодельная траверса, вилка. Вот. Еще не знаю по техническим характеристикам точно. Сейчас будем тестировать. 50 килограмм весит аппарат. Да? И такая фара яркая. Давай, поехал. Все, хватит тянуть. Поехал. Не могу понять, они одновременно или нет. По-моему, есть небольшая разница. Бесконечный дрифт. Вот это газ. Так. Его надо полностью открывать. Боком. А так вообще вот включение, все, включился, вольтаж, ну, посадить ты его не успеешь все равно, вот, в случае чего, нештатная ситуация, просто выключаешь. Тормоза правый-левый, колеса, то есть... Причем тормозим разными колесами. Да, у нас дрифтовые тормоза, вот, ну, а все остальное, в общем-то, по факту уже сам попробуешь. Боком на асфальт не заходи на скорости. Это само собой, перевернусь. Все, я поехал, короче. Попробуй на скорости, он прикольный именно, то есть ты туда прямо едь, не рули, он сам будет подруливать себя, то есть просто отлавливает этот момент, что он чуть-чуть заносит, а он прикольно, но тормози намного раньше прям, я плавно. Понял.
моя очередь. Я уж накатался. Я сейчас тоже чуть-чуть катнусь и все. Обратно грузится.